Сегодня мы приготовим очень нежную, воздушную, а главное очень-очень вкусную творожную запеканку, которая готовится без муки и манки. К творогу добавляем желтки, сахар. Если хотите, можно добавить еще ванильный сахар и крахмал, сметану, и все взбиваем блендером до однородной массы. По этому рецепту получается очень нежная и вкусная творожная запеканка. Маленькие детки ее очень любят, потому что там творог вообще не чувствуется. Дальше берем белки, добавляем немножко соли и взбиваем в пышную массу. И белок потихоньку вводим в сырную массу, аккуратно помешивая лопаткой снизу вверх, для того, чтобы она получалась максимально воздушная. Вот такой вот консистенции у нас получилось тесто. Но застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом бока формы. И отправляем в духовку выпекаться 20-30 минут. Все зависит от вашей духовки, разогретую до 180 градусов. Вот наша запеканочка готова. Я готовность проверяю зубочисткой. Красиво зарумянилась. Я посыпаю немножечко сахарной пудрой, но можно этого не делать. И вот, в принципе, и все. Вот такой вот простенький рецептик. Он всегда получается. Если хотите, чтобы ваша запеканка получилась более высокая, возьмите форму меньше диаметром. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и приятного вам. Я уверена, что эта запеканка понравится вашим малышам.